Конечно, это в летний период вы можете на солнце вынести, это все просушить. В зимний период, конечно, это сложно. Ну вот, что есть, так как есть, так и есть. Какое дали, выделили помещение? Спасибо за это. Спасибо за это, да. Мы благодарны за то, что нам выделили такое помещение, потому что других у нас, к сожалению, вариантов нет. Но нужно искать что-то, да, другой вариант, потому что... Ну вот еще обратите внимание на то, что среди наших вещей в основном все из натуральных тканей. Здесь очень много было вещей, ну и синтетики, такое, ну то занавески тюлевые, ну и много такие, то рубашки такие, они синтетические, кофточки женские синтетические. Они уже не носятся сейчас практически, лежали у нас, ну что разобрали, что оставалось. Но Любова, она сказала, и мы сами так вот собрали их. Все, большая куча была у нас, ну сейчас вот разошлась она, ножницы всем в руки. Режем их на маленькие-маленькие кусочки, в ящики эти маленькие кусочки. Любова, на другие женщины наши вахутера пошили наволочки, ну, покупали мы ткани, там, и до сих пор, и до сих пор, и продолжаем это делать. Соцобеспечение взяли части, будут резать наволочки, у них есть, будут резать. Девочки делают подушечки на СВО ребятам, правильно? Да. Много, я очень большое еще и в работе сейчас. То есть процесс продолжается. Да. То есть у нас получается, что вещи практически не выкидываются. Все, что в плохом состоянии, тоже используется. Что-то идет на подушки на СВО, что-то идет на коврики, что-то идет мужчинам на... А коврики, кстати, вот, чтобы не быть голословной. Еще из них вяжутся. Коврики тоже. Был, как это, урок мастерства был, показывала, как коврики плести. С крючками тут и вперед. То есть наш проект еще и экологический. Да, экологический.